ну так это же нечестно. Ё-моё. Молодец. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Радекс, Данил, Робби, Бульбазавр, Данил Степанов. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет, всем привет. Всем здорово. Здравствуйте. Сегодня мы играем в GTA 5. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас гонки с трансформацией. Погнали. Ну так что, ребята, я должен затащить. Серега, ты будешь второй, да, наверное? Кто его знает? Я должен выиграть, я должен. Вот мы убили Дима. Полетели. Кстати, играя, ребята, на новой видеокарте, сейчас вы наблюдаете картинку, все на ультрах, все, что эта игра может. Так это же нечестно! Ё-моё! Молодец, молодец! Красавелла! Я попытался скинуть, а в итоге сам. Молодец, кто скидывает, тот какашка. Ну, Серега, это же ты скинул. Я попытался скинуть, но сразу попался на свою же ловушку. Дима, ты понимаешь, что 3 человека вылетело? Тогда, блин, один из них я был, Серега, ничего страшного, не? Да не, нормально. Да отвали, ну зачем ты это делаешь? Ну смотри, ты подлец, понимаешь? Блин, как всегда, меня подписывают мои же подписчики. Раньше я играл лучше, мне кажется. Ну или уже просто все натренировались, как задроты вонючие. Плохой мальчик. Я там почти кого-то догоняю, я на втором месте. Круто. Ты меня догоняешь. Воу, меня так кинуло жестко. Так, Серега, я тебя вижу. Я на втором, я просто Рому догоняю. А где тут трансформация? Мы так и будем просто лететь? Спасибо за толчок. Молодец, Серега. Тащи. Говнюк. Ты какой едешь по счету? Я третий, меня, блин, говнюк там протаранил. Какая кнопка трансформироваться? А, ну саму. Отлично, дальше, вспоминаем. Дальше можно. А нельзя ускориться никак? Серега. Это на определенных самолетах. Нельзя, да? Хорошо. Нет, там вроде можно, но только на определенных самолетах. Это не те, да, самолеты? Нет. Это вонючие самолеты. Серега, ты хорошо вообще управляешь? Вообще четко летел. Я аж пилот. Да? Питатель. От бога? О, на лодках теперь. Воу, блин, пацаны, мне до вас еще далеко. Ну ничего. Надо просто больше поиграть. Надо разыграться. Ну вот этого чего догнать не могу. Вообще никак. Шустрый. Так, надо здесь красиво сразу лететь. По красоте. А, это какашка. Это Бубазавр, который меня выкинул. Бум. Красиво, мне нравится. Трансформация бомба. Я говорю, кто толкается, тот какашка вонючая. Бубазавр у нас вонючая какашка. Кто первый приедет, и кто толковый первый приедет, будет какашкой. Серега, посмотри назад. Нет, я не буду смотреть назад. Серега, он специально так делает, чтобы ты посмотрел назад и врезался, как я. Почему у меня... Стоп, а как ее трансформировать? Алло. На Е! Наконец-то, ребята! На Е, да? Да, на Е. А я, может, Серегу догоню. Классно. Блин, ну на ультра GTA-шка, конечно, круто выглядит. Не знаю, как там захватывается видосик. Ну круто. Да блин, я не то нажал. Давай, Димка, газуй. Ты скажи, да хоть какая видеокарточка. Видеокарта? RTX 3080 Ti на 12 гигабайт. Все игры на 4К на ультрах тянет. Воу, красота. Вертолет, да ладно, на вертиках ты еще лет не летал. Вертолёбус. Вертолёбус, да, кстати, вижу вертолёбус. Не так далеко я прям и очень-то я улетел. Yes. Блин, ну вертолёбус медленный, да? Я с помощью мышки. Да. С помощью мышки. Не, я с помощью нумпада. Мне удобнее на нумпаде. Я тоже на нумпаде летаю. А вы как, на мышке? Да. Не, я привык на нумпаде. Я этот олдскульный игрок, пацаны.
О, кто-то не туда полетел, отлично, ребят. Ну что, я пятый. Не так уж все и плохо, как говорится в нашем мире. У кого-то что-то с управлением случилось. Нет, еще второй. О, отлично. Я еще одного догоняю. Дима, помнишь, ты меня толкнул, я последний третий. Да. Я первый. Да? Да. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Да ё-моё, как приземлиться, пацаны? Какой кнопкой? Назад, а? Ёшки-матрёшки. Вот это я начал немножко тупить. Надо прям в кружочек, да, пацаны, залетать? А, я мимо еду, мне защищу. Вот блин, а я дурачок прям стремился на этот пролететь. Ну ничего. Не все так уж и плохо. Потому что я не последний, а это уже хорошо. Вот это скорость. Летим, летим по красоте. Ну что, пацаны, никто из вас не завтыкивает, да, я вижу. Ой, отлично, ускорение, мне нравится. Я так понял, что пацаны со мной, которые играют, они очень наигранные, да? Я, кажется, до финиша почти дошел первым. Я удивлюсь, если я первым... Не, Серега, если ты перейдешь первый, я точно удивлюсь. Но так не должно быть. Я не позволю. А как ты не позволишь, если ты там предпоследний? Ну, я не знаю. Ракетой стрелю. О, Серега, ты видел, что сзади происходило? У меня колесо... У меня колесо... Ой, колесо... Криво отломилось, но я все равно... Нет, не первое место, говнюк там. А тут не надо Е нажимать, ничего в воздухе. Я второе место, короче, Дима, я второе место. Серега? Я четвертый. Стойте, получается, я какашка, потому что я толкался. Ну что, ребята, гонка номер 2. Как всегда, я сейчас скажу фигню, я сейчас затащу. Ну, надеюсь, так и будет. Полетели. Я первый, да, уже стою? Отлично. Это уже хороший знак. Полетели. Серега, ты хорошо на велике управляешь? Ну, такое. Я тоже. А, я думал, ты скажешь, классно. Говно, я вообще улетел вниз. Никак. Пока мне все хорошо, ребята, я первый. Тут трюки можно делать, не? О, уже на машине, отлично. Неожиданно. Так спокойненько ехал, себе никого не трогал. Воу. Отлично. Кто-то там, кто-то криво летит. А нет. Ах ты подлец, ты первее меня. Я на первом месте, прикол. Ладно, Серега, это ты не первый. А, ты на первом, точно. А я на последнем, потому что я когда прилетел, у меня машина взорвалась. Воу, уже на самолете. А не на самолете. На чем мы летим? На руках. Я на самолете. А, на руках? А, это парашют. Красиво, прям в кружочек попадаем, да? Опа! Уже на машине летим. Так, ускорение на какую кнопку, не помните? На Е, на Е. Я вспомнил, красавчик. Так, на все бабки летим. Кстати, где первый и второй? Вы что, издеваетесь? А я впереди тебя. Я по другому маршруту поехал, Дима. А как так-то? Опять читеришь? Нет. А что ты делаешь? Просто играю. Блин, меня занесло. Ну ничего, мы не расстраиваемся, у нас есть ускорение. Слышу, как сзади кто-то догоняет меня. Мы не позволим. Это ты на первом, Дима? Не, я второй. А, значит, это чел на машине ускоряющего. Это ты, Серега, на первом? Нет, я на третьем, я на мотоцикле. Отлично, ребята, мне это нравится. Это хорошо, что Серега не тащит. О, я сейчас буду на первом, кто-то полетел криво. Это мне нравится. Это ты на втором, Дима? Да, я на втором. Я догоню тебя.
Кто-то летит на первом и красиво делает петли. Короче, на ролике красуется. Молодец. Покажи трюки, давай. Покажи трюки. О, бочку, давай на видосике. Ой, молодец. Еще. Красавчик. Давай ты бочку, Дим. Сейчас. Савелла. Ты видел, как ты с рога я сделал? Чё-то он шустрый сильно, Дим. Кто? Ну, пацан этот. А когда трюки делаешь, быстрее летишь. Не буду делать. Серега, я думаю, проверим, будешь ты делать трюки или нет. Молодец. Не повелся на эту фигню. Нет. Ну, мы ничего, мы по красоте летим. Кстати, кружочки не такие, что и большие. Надо очень осторожно, ребята, пролетать. Ребята, кто хочет с нами записывать GTA 5, Гаррис Мод и разные игрушки, которые выходят на моем канале, заходите на наш Дискорд, ссылочка в описании. Отлично, уже на парашюте летим. В первом месте, Дим? Да. Ну, наконец-то хоть одну гонку, может, затащу, ну. Только ж можно терпеть эти издевательства над вами. Отлично, ребятушки. На все бабки газуем. А ты что, все-таки что-то ставку делал, да? Да, Серега, на тебя сделал все бабки. У меня там было 460 тысяч. Так что перед тем, как мы уже будем перед финишем, я тебе подамся. И бабки второй разделим круг напополам. У Дима второй. Два круга, да, оказывается? Круги здоровые, пацаны. Прям такие на выносливость. Прям Ла-Манш GTA 5 онлайн. Дима, ты же понимаешь, что ты приедешь в последнем. А что ты так решил? Ну, потому что сейчас я тебя обгоню. Ну, фантазер. Ты меня называла фантазер, а тебе было мало фантазер. Так, выравниваем красиво машину. Да. Как всегда, все по красоте у нас, ребятушки. Все по феншую. Отлично. Камера, не задирайся. Ускоряемся. Серега, ты сзади? Нет, я по-другому маршруту. А, ты решил. Ты первый, кстати. Молодец. Молодец, Серега. Ну, еще не факт. Посмотрим, кто из нас выиграет. Да? Может, еще и ты. Я он вообще третий. Короче, другой маршрут есть, который более длиннее, да, я так понимаю? Я на самолете, я сейчас лечу. Понял. Летим со всей силы. Блин, да чё я второй, уже то в третий, то второй. Вот не пятый. Серега, ты первый, да? Это кто там уже, да, на самолете? Кто-то по моему маршруту решил поехать. А я вот второй снова. Дима, ты первый? Да. Какашка ты. Хорош, да? Да вон, я тебя вижу. Я же стараюсь, Сережечка. Сейчас догоню тебя. Ну. Фантазер, Сережечка. Чтобы догнать, мне надо играть лучше, чем я. А ты играешь не лучше, чем я. Это мы посмотрим сейчас. Это мы сейчас с вами, ребята, и узнаем. Красиво, ребята, играем. Мне все нравится, все по феншую. Я тащу. Давно не играл этот за первого. Хоть немножечко. Практически всю трассу. А где все, пацаны? Вы там что, потерялись все вообще? Они сзади всего. Сложновато, да, для них эта гонка оказалась? Я на пятом. А, ну не все так уж и плохо. Если бы тот чел это финты не крутил, он бы обогнал тебя. А, думаешь, финтак дело? Да, он финты же делал, ты видел? Ну да. Ну так, тоже мы виноват. Это не из-за того, что он финты делал, а за то, что он хуже меня играет. Правильно, Серега? Правильно. Ты хвастался, красовался. Ну да, хотел понты поколотить, а видишь, как говорил один мудрый человек, понты к хорошему не приводят.
Отлично, отлично. Длинная, да, трасса? Длиннющая просто. Так, ну что, скоро финиш. И я первый. Мне это нравится. Красиво. Так, сейчас у нас тут будут велосипедики, и я затащу. Так, вижу, еще один летит. Это и все, я. Других больше никого не вижу. Серега, мы что, самая лучшая игра, получается? Ну, да, получается. Красавчики. Никого не вижу я. Ребята, затащили. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.